В Иркутске преподаватели Восточной Сибири и Забайкалья решали, как изучать и сохранять бурятский язык. Педагоги отмечают, количество учебных часов постепенно уменьшается. Дисциплину преподают в школах Иркутской и Читинской областей, а также Бурятии. Преподаватели бурятского языка готовят в Иркутском государственном университете. Там разрабатывают новые способы обучения с помощью соцсетей, фильмов и периодики. В будущем году филологи планируют отправиться в фольклорные экспедиции по деревням и селам для сбора национальных сказок и пословиц. Накануне отделение бурятского языка и литературы отметило 75-летний юбилей. Сегодня процесс этот очень сложный. Проходит он в достаточно сложных условиях, потому что дети забывают родной язык, в семье не говорят на родном языке. Но тем не менее, наши выпускники, которые работают учителями бурятского языка и литературы, вносит огромный вклад, работает очень активно.